Здравствуйте! Сегодня 9 августа, и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру. Азиатская сессия понедельника открылась резким скачком курса единой европейской валюты на фоне решения агентства S&P о снижении кредитного рейтинга США. От цены закрытия пятницы 1.4280 пара евро-доллар взлетела при открытии торгов к уровню 1.4427. Однако сообщение о том, что экстренное совещание министров финансов и глав центров банков Большой Семерки приняло решение о скоординированных совместных действиях для стабилизации валютного рынка, несколько отрезвило быков по евро. Угроза совместной валютной интервенции в пользу доллара резко развернула пару, курс которой вновь вернулся к уровням закрытия пятницы. Далее на рынок поступила информация о том, что Европейский центральный банк начал реализацию программы по оказанию финансовой помощи проблемным странам еврозоны и уже выкупил испанские и итальянские облигации на общую сумму 700 миллионов евро. Это вызвало новый спрос на единую валюту. Покупки евро возобновились, и курс пары вернулся в зону утренних максимумов. Однако продолжить подъем валюте вновь не удалось. Падение европейских, а затем и американских фондовых индексов вызвало обвальное снижение единой европейской валюты, курс которой зафиксировал минимальный дневной уровень на отметке 1.4130. Далее, после небольшого отката, пара вновь вернулась к достигнутому минимуму и завершила день на отметке 1.6313. В нашем прогнозе на вторник ожидаем первоначальный подъем пары в ценовую зону 1.4261, 1.4280, а затем возобновление снижения пары к целевым уровням 1.4155, 1.4104 и 1.4070. Британская валюта на вчерашних торгах полностью дублировала ценовую динамику пары евро-доллар. Открывшись гэпом в 87 пунктов, пара затем начала стремительный откат, и несмотря на попытки быков организовать сопротивление и возобновить подъем, снижение курса британской валюты продолжалось. По итогам торгов фунт-доллар прошел на снижении 180 пунктов и зафиксировал минимум на отметке 1.6297. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем новую попытку пары возобновить подъем первоначально к целевому уровню 1.6363. Если паре удастся преодолеть его и закрепиться над ним, последует продолжение подъема к следующим целям 1.6398, 1.6440 и 1.65. Далее ожидаем возобновления снижения пары. Если пробой уровня 1.6363 не состоится, пара возобновит снижение от текущих уровней в направлении 1.6297 и 1.6228. В экономической статистике вторника Япония опубликует показатель потребительской уверенности за июль месяц. В Китае выйдут данные по изменению объема промышленного производства и индексу потребительских цен. Великобритания представит данные по итоговым показателям баланса внешней торговли и изменению объема промышленного производства за июнь. Комитет по открытому рынку США опубликует сегодня решение по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменений здесь не ожидаем, ставка, скорее всего, будет сохранена на прежнем уровне менее 0.25%. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе «Прогнозы». Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.